Всем привет, с вами Аурум, и сегодня у нас будет действительно очень интересное видео, очень интересно именно для меня делать подобные ролики, потому что, ну, правда, когда вы встречаете в Клэше что-то новенькое, это всегда прикольно. Это не очередной баг, как видите, с названия поставлен просто прямой вопрос, как поменять название клана. И, собственно, сейчас я попытаюсь дать ответ для тех, кто любит быстрые ответы на простые или сложные вопросы. Могу сказать, что имя клана вы можете поменять в двух случаях. Если название клана носит в себе оскорбительный характер, либо же несет в себе какую-то конфиденциальную информацию. Поподробнее вы узнаете дальше, но это официальная позиция Supercell, и на данный момент это все. Но есть, конечно же, нюансы. Итак, с чего вообще я вздумал писать это видео? В принципе, многие из вас, как и я, буквально неделю назад, думали, что поменять название клана вообще попросту невозможно. Но, как оказалось, это не так. Изменить название клана действительно возможно. И, пожалуй, начну свою историю с самого начала. Многие из вас, наверное, знают, что такое за клан Savage Seven. То есть это клан достаточно известный. Он известен тем, что здесь сюда не пускают игроков с ратушами выше 7 уровня, да, то есть здесь ТХ-7 only, то есть можно ниже, но никак не выше. И если помните, у меня есть ролик про ТХ-3 в чемпион лиги, этот чувак был именно Savage 7. Savage 7 очень много на самом деле материалов есть в интернете, и в принципе семейство Savage, оно большое, то есть есть Savage 8, есть Savage A9, то есть там есть много кланов, и собственно семейство просто огромное. И кто знает, кто не знает, есть такой... Точнее, можно сказать, уже был такой клан Savage Sunish. Он у многих игроков был в закладках, и стоит отметить, что мне написал чувак с именем ВКонтакте Factum Dictum. Он написал следующее. Тема для ролика «Прочитай и не игнорь». Сейчас это будет звучать как бред, но это правда. И на самом деле на такие сообщения я обычно не отвечаю. Но я все-таки напрягся, начал читать дальше, и он пишет. «Надеюсь, ты знаешь семейство кланов Savage. Я следил за этими кланами каждый день, посещал их. У меня в закладках только 3 этих клана. Так вот, дня 3-4 назад клан Savage Sunish в шапке написали, что они вышли из семейства Savage. И сегодня каким-то образом они изменили имя клана. Я уверен в этом на 100%, так как других кланов у меня в закладках не было. А тут бац, и другой клан». Точного хэштега клана Savage Sunish, когда он еще таким был, я не знаю, но в интернете по-любому есть теперь у них это название. Ну, слушайте, я сначала, в общем-то, не сильно поверил этой инфе, подумал, ну, чувак что-то как бы, наверное, что-то выдумал, да, но в итоге... Я проверил эту информацию, нашел в своих видео, у меня же, точнее даже не в своих видео, а в видео в интернете, вот сейчас вы можете видеть на экране клан Savage Sunish и его хэштег, обращаем внимание на его хэштег, просто примерно запомните себе. А теперь мы видим клан Dark Legacy. Мы нажимаем на этот клан и смотрим на, внимательно смотрим на хэштег. Правда, они похожи? Ну, правда же, да? На самом деле, это один и тот же хэштег, это один и тот же клан, но они были Savage Sunish, стали Dark Legacy. Собственно, вот и все. Но на этом, конечно же, ролик не заканчивается. Мне дико стало, просто дико интересно, как так у них получилось это сделать. Я начал с того, что начал гуглить. То есть я начал пробивать всю инфу, имеющуюся в интернете по данному поводу. И, в принципе, я достаточно много накопал разной инфы. То есть начнем, пожалуй, с того, что я просто вбивал как бы англоязычные запросы, я достаточно неплохо ориентируюсь в так называемом буржуйнете, да, то есть буржуйнет это англоязычный интернет, я достаточно неплохо там ориентируюсь, но все равно в любом случае я попадал на официальный форум Supercell, и вот что как бы я нашел по поводу клана Savage Sunish. Сейчас на экранах вы у себя можете видеть сообщение одного из
участников клана Savage Sunish, который на английском языке написал, я не буду дословно переводить, но он просит, в этом сообщении он просит службу поддержки Суперселла о том, что они хотят изменить название клана, потому что выходят из состава семьи клана, ну, в общем, семьи Альянса Savage. Не буду рассказывать о там грязном белье, там Альянса Savage, то есть, ну, в двух словах, этот чувак пишет, что они что-то там не порешали с руководством всей семьи Savage, поэтому они решили отделиться, но у них название Savage, ну, как бы Savage Sunish, и они хотели бы избавиться от этого названия и навсегда, чтобы ничего больше не напоминало о этой, как бы, семье. Ну, это, конечно же, кинжал в спину Savage вообще, что с их альянса кто-то хочет выйти, но все равно не суть. А они, ну вот, чувак это написал на официальном форуме, ответа от администрации не последовало, то есть там нету ответа от администрации. Вот, ну, вы можете видеть внизу там номер 2, 6 дней назад, но это еще один чувак пишет, ну, там не совсем содержательное сообщение, то есть не имеет никакого значения. И после этого я нашел тоже Instagram Savage Sunish, в котором вот мы тоже видим, что он пишет, Savage Sunish больше не существует, а поэтому этот Instagram в течение там какого-то времени будет тоже удален. Вот, и он написал, там, кто будет там репостить, я так понимаю, этот... то есть эту фотку, там, RIP Savage Sunish, это там, ну, вечная память Savage Sunish. То есть они таким образом прощаются вообще в общем с Savage Sunish. И у меня реально возник вопрос, каким же образом им удалось это изменить? Потому как мне известна информация, что на тот момент мне была известна информация, что изменить это никаким образом вообще нельзя. А я начал гуглить, дальше продолжил, как бы, свое любимое дело гуглить, и опять же на форуме Supercell наткнулся на целую ветку, которая уже ей несколько лет, но там достаточно мало сообщений. То есть вот вы можете видеть скриншотик, я вырезал буквально вот 4 недели назад, 3 недели назад, вы видите. Здесь разные люди обращаются, ну, к службе поддержки Supercell и объясняют, почему им нужны, как бы, нужно сменить название клана. Причин действительно много. Если раньше, до введения уровней клана, в принципе, изменять название клана попросту не имело значения, точнее, даже когда игра создалась, по сути, не было статистики. Вот мы просто можем сейчас наблюдать, что сейчас появилась выиграна войн, да, у нас сейчас появился уровень клана. Это два основных аргумента, из-за которых люди хотят изменить название клана. Это действительно факт, потому что, ну, например, вот даже у Крюнити возьмем. Я не хочу менять название, как бы, этого клана, в принципе, но теоретически этот клан достался мне по наследству. У меня сейчас в клане третий глава по счету, и, возможно, даже не последний, который занимает место главы. То есть я не создавал клан с названием Укр Юнити. Возможно, по каким-то соображениям я бы хотел его изменить. Конечно же, я не буду это делать, но, в принципе, вы понимаете, да, о чем я? Так как он мне достался по наследству, я его там развивал, но название я ему не давал, мне бы хотелось его изменить. Но я очень не хочу терять вот эту статистику 123 выигранных войны, я не хочу терять шестой уровень клана. Это же естественно, все начинать с нуля. Почему же я не могу изменить название клана? Я, недолго думая, обратился в службу поддержку нашу в игре и написал им примерно вот то, что вы видите на экране. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каким образом можно изменить название клана? Это я написал в 4 утра, видите, 28 июля 2015 года в 4:30 утра. К сожалению, мне не ответили. И, кстати, тоже это один из моментов. Вам не стоит писать ночью в службу поддержки Supercell. Рекомендую вам писать только в рабочее время, то есть это где-то с 10 до 17:00, да, то есть, ну, не позже тоже 17:00, сейчас поймете почему. Мне так и не ответили, и вот без 10:04 уже дня я повторил свой вопрос. Доброго времени суток, мне стали известны случаи изменения названия клана. Каким образом можно изменить имя клана? Мне пишут: привет, вождь, бла-бла-бла, и вот мы изменяем название клана только в двух случаях.
оно носит оскорбительный характер, оно содержит конфиденциальную информацию. Это то, что я сказал в самом начале видео, это официальная позиция Supercell. Но мне этого, естественно, стало мало. Я спросил, что значит конфиденциальную информацию. Приведу конкретный пример. Был клан Северсуниш, стал Dark Legacy. Хэштег вот такой вот. К сожалению, я, походу, неправильно ввел хэштег, потому что сам, ну, я не знаю, кому известно, это нули или буквы О. В общем, я где-то здесь, походу, лоханулся и, скорее всего, неправильно ввел хэштег. На что мне ответили? Конфиденциальная информация, значит, в имени, конфиденциальная информация, значит, в имени клана или деревни содержится реальное имя или фамилия. Но конфиденциальная информация – это такое обширное понятие, поэтому за конфиденциальную информацию можно было, в принципе, выдать Savage, к примеру, потому что это имя как бы семьи кланов. А так как клан выходит с этой семьи, то, по идее, они могут его как бы изменить. Дальше я пишу, хорошо, задам вопрос выше по-другому, потому что они мне прямо не ответили. Вопрос вообще был, конкретно по поводу Savage Sunish, да, как они это изменили. Они мне конкретно так и не ответили. Я написал, хорошо, задам вопрос выше по-другому. Каким образом клан Savage Sunish с хэштегом таким-то смог изменить свое имя, свое название? В их названии не содержалось слово оскорбительного характера и конфиденциальной информации. Мне отвечают, я проверил в системе, никаких изменений в данном клане не было, у нас хранятся любые изменения, которые совершаются, никакой информации и истории об имени Северсуниш нет. Я пишу, возможно, я неправильно написал хэштег ниже. Ниже я предоставил скриншот клана Dark Legacy, который до смены названия назывался Северсуниш. Раньше он входил в известное семейство кланов Savage. О клане можно найти очень много информации в интернете. Этот клан у очень многих игроков был в закладках. И нельзя было не заметить, что название изменилось. Вопрос, как им удалось изменить название? Но это сообщение я отправил в 6 минут 6, да, в 17.06, и мне так и не ответили на него. Два раза случайно отправил те же скрины, мне на него не ответили. Я уже не стал ждать, когда мне ответят, потому что, по сути, они, скорее всего, ничего толкового, как всегда, не скажут. Смысл в том, что, скорее всего, как мне это видится, то, что они выходят с семейства Savage, это и является как бы конфиденциальной информацией. Они больше не являются частью семьи Savage, поэтому выходят. Плюс в интернете есть еще огромное количество разных доводов, типа, например, у вас какой-то известный, ну вот, у вас какой-то известный клан, и появляются кланы-клоны, да, то есть куча, уйма кланов-клонов. На это тоже можно давить, и, в общем-то, может как бы что-то получиться. Поэтому нужно общаться с службой поддержки. Если у вас прям критическая ситуация, если вы действительно хотите поменять имя клана, пишите всем кланам, вообще полностью всем кланам в службу поддержки. И я думаю, если у вас реально веская причина, вам его изменят. Конечно же, если веской причины нет, думаю, и париться не особо стоит. В принципе, мы все, как бы, как кораблик назовешь, так он и поплывет. Поэтому, когда мы создаем сами клан, мы же знаем, зачем мы его так назвали. Ну, например, вот есть такой интересный скриншотик. Сейчас я вам его, в общем-то, покажу. На этом скриншоте, как вы можете видеть, есть призабавнейшее название клана. Я не буду цитировать, как он назывался раньше. На самом деле, я не смог найти этот клан, потому что человек, который мне прислал данный скрин, к сожалению, не отреагировал на мое сообщение «вышли хэштег», он просто прислал скрин, и, к сожалению, больше ничего мне не прислал. Но то, что, в названии клана есть вот это нецензурное слово, конечно же, повлекло за собой изменение названия. При этом, как видим, с левелом клана все осталось в порядке. Но забавное название Clash of Clans, ну, то есть на которое переименован данный клан, наводит меня еще на мысль, что, возможно, это не глава клана захотел поменять это название, а, возможно, сам Supercell решил изменить это название. Если меня смотрят
как бы участники данного клана, которые знали, что знают, что они, их клан раньше назывался не Clash of Clans, да, а он назывался весело, вот то, что там написано. А, пожалуйста, пишите мне, пригласите меня, я готов отдельный ролик о вас снять, если мне кто-то объяснит, как же, собственно, вы действительно сами захотели поменять ник, ну, как бы название вашего клана, либо же вас заставил Supercell и насильно поменял, изменил это, как бы, этот нецензурный, это нецензурное название. Потому что, в принципе, примеров того, что Supercell каким-то образом влияет на то, что есть какие-то неприличные ники, к примеру, да, то есть таких примеров уйма, да, когда Supercell сам вручную меняет какое-то название, он имеет на это право и имеет такую возможность. Поэтому тут, конечно, не исключено, что как бы силой это изменили. В общем, как-то так, надеюсь, я удовлетворил все вопросы по поводу, как же изменить название клана в игре. Если у вас есть веские основания на то, чтобы поменять название в игре, я думаю, у вас все получится, просто общайтесь со службой поддержки. И опять же повторяю, пишите только в рабочее время. То есть самое лучшее время, когда они отвечают, это в районе там от 11 часов до 3 часов дня. То есть с 11.00 до 15.00 это время, в которое вы пишете, и они будут отвечать буквально в течение часа. А в другое время, конечно же, отвечают немного медленнее, иногда могут и вообще на вас забить на несколько суток. Поэтому, но опять же, обращайтесь в службу поддержки, только если у вас есть веские основания, веские какие-то причины, и с ними, конечно же, общаться очень сложно, иногда приходится очень долго. Я сегодня переписывался, как вы видели, целый день. Поэтому как-то так. В общем, с вами был Аурум, надеюсь, эта информация была полезная. Ставьте лайки, если она действительно вам понравилась. Подписывайтесь на канал. Всем удачки и спасибо, что смотрите меня.